быть моментом, это быть осознанно присутствующим, охватывающим собой всю реальность себя, всю память себя, но не обуславливаясь этим. То есть это должна быть такая стратегическая форма присутствия, где вы одномоментно ощущаете целостность момента, реальности всей своей жизни к этому моменту, да, и одновременно вы видите всю дискретность, всю пошаговость, все пазлы. Когда человек утыкается в какой-то один пазл, он выпадает из картины целого. Это и есть формирование сна в уже существующем сне. И выбраться из этого будет крайне тяжело, практически невозможно.